Как за, казалось бы, частными событиями в отдельно взятых государствах могут стать глобальные процессы? Это, пожалуй, одна из традиционных тем, которые уже несколько лет подряд обсуждают ведущие аналитики планеты, встречаясь на живописном греческом острове Родос на форуме «Диалог цивилизации». Что на этот раз обсуждают эксперты? Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев встретился с учредителем форума известным российским общественным деятелем Владимиром Якуниным. Политика последние 8 лет, ну просто на мой взгляд, катастрофическое деление нашей общей большой Европы или шире Евразии, наверное, все-таки по вине элит. Несколько тяжелых конфликтов, украинская трагедия, грузинская военная кампания, санкции, противоречия, маневры военные, нагнетание обстановки, милитаризация. Ряд экспертов впрямую заявляют, что идем к холодной войне новой. На ваш взгляд, что должно произойти в среде элиты? В обществах, ну, может быть, общественные инициативы, ваши общественные инициативы могут подвигнуть к политиков к тому, чтобы ну, замириться, если хотите. Если это не холодная война, то что это? Значит, как-то встречался со своими зарубежными коллегами. У нас была дискуссия на эту же тему. Я говорю: знаете, приведите мне пример какого-то системного анализа или публикации позитивной в отношении любого события, которое происходит в России. Они не смогли. Демонизация. Демонизация, понимаете, можно называть это как угодно, но это и есть та самая холодная война, только сегодня ее называют гибридной войной, еще какой-то войной. Но по сути дела это именно так. И вы правильно сказали, что разрыв, разлом происходит по вине тех групп, которые условно называются элитами. И я глубоко убежден, что э, ситуация не может закончиться тупиком э, вселенской катастрофы. Мне кажется, что это понимают западные политики, это понимают политики на Востоке, это понимают политики в нашем союзном государстве. Э, необходима политическая воля. И если сегодня нобелевский лауреат Штиглиц говорит о конце неолиберального консенсуса, то вспомним, что на, на мировом общественном форуме «Диалог цивилизации» это красной нитью проходило в последние, последние лет пять. Да, да больше, да больше, конечно. А кризис, который мы сегодня переживаем, был предсказан на Родосе в 2004 или 2005 году. Поэтому воля, желание и стремление, и осознание ответственности за те решения, которые принимаются. Абсолютно убежден, что... Сегодняшний однополярный, доминируемый мир, он нереализуем. Высказывание Штиглица тому подтверждение. Каким он может быть, трудно сейчас об этом говорить. Но думаю, что миграционные процессы, экономические сложности, за нехваткой времени не могу на эту тему рассуждать долго, они требуют осознание необходимости пересмотра роли государства, которое способно обеспечить реализацию интересов общества, защитить эти интересы в случае возникновения угроз и реагировать на интересы, которые этим обществом вырабатываются. Когда говорят о том, что государство должно полностью уйти из экономики. Ночной сторож. Ну да, ночной сторож там, и так далее, и тому подобное, я считаю, что это по нынешним временам уже нерелевантно тем вызовам, которые есть. С другой стороны, объективно происходит объединение мира. Я не очень люблю слово глобализацию, потому что у него есть как минимум четыре составляющих. Конечно. Поэтому, значит, если говорить о перспективах, вот ЕвроАзия может быть как раз таким такой платформой регионального региональной интеграции. Это не только Еврозес, это в том числе и наши партнеры, которые находятся за границами, границами пост, постсоветского БРИКС? Шо, шот БРИКС, это все из этой же истории. Мы говорим на не о многополярности мира, а о многовариантности мира. Мира, в котором есть несколько центров, несколько локомотивов развития. И когда мы говорим о развитии, то это не статистические данные роста ВВП. Это удовлетворенность человека той жизнью, в которой он живет. Китай запустил мегапроект. Говорят, проект столетия. Шелковый путь. Новый шелковый путь. Раньше из Евразии вычленяли Азию и так ее забывали, говорили, большая Европа, большая Европа. А сейчас есть такая опасность, что из Евразии уберут Европу и будет Азия двигаться сюда, на запад. Ну а куда она будет двигаться-то? она все равно же будет двигаться в Европу, не только в Африку. Конечно. Понимаете, поэтому это невозможно ни географически, ни политически. Разделить континент. Да. Значит, политически можно, то, что мы сейчас наблюдаем, попытаться там э, огородить, изолировать, как любят говорить, например, э, неугодную Россию, да? Это мгновенно рефлексируется в потенциале э, Белоруссии, которая находится как бы на авансцене, как сам, значит, президент Беларуси сказал, между молотом и наковалем. Да. да, значит, и это, кстати, очень выгодная политическая позиция для Беларуси. Мне кажется, и в вопросе о развитии, развитии транспортного сотрудничества, логистического сотрудничества Беларусь вполне способна сказать свое веское слово, в том числе и во взаимоотношениях с российскими коллегами, казахстанскими коллегами. Спасибо вам за диалог, в том числе этот. Спасибо. Спасибо.